Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем движение по иконописной азбуке. Я рада вас приветствовать на канале Русской иконописной школы. И сегодня я обещала, что мы поговорим с вами о белых красках, о белом цвете в иконе. И также я обещала, что мы поговорим с вами о символическом значении белого. Белый цвет в Священном Писании выражает радость, праздник, он символизирует чистоту, он символизирует святость. Как правило, белым цветом пишутся ангельские крылья, пишутся одежды Христа в момент его преображения на горе Фавор и после его воскресения. Да, то есть это такой вот блистающий, нетварный свет, который присущ божеству. И если где-то белый цвет и встречается в иконе, то это всегда будет прямое указание на святость и связь как отражение божества в образе святого или в образе праведника, ну, святого праведника. Мы с вами уже как-то размышляли о термине «анаволий», о крещальной рубахе. Вот она белого цвета пишется именно поэтому, да, потому что это цвет преображения, это цвет преображенного человека, это цвет Христов. Следующий термин, о котором мы с вами поговорим, это «белый клобук». Оставайтесь на канале Русской иконописной школы и углубляйте свои знания в иконописной азбуке. Всего вам доброго!